Всем привет, уважаемые друзья! Я нахожусь на свалке, как вы уже видите. Здесь ограду делают. Приехало телевидение. Квадрокоптер запускают. Сейчас посмотрим. Надо им сказать, пусть пролетят речку, посмотрят, где здесь, а да? Они уже ее сняли. А, сняли. Ну что, Макс, ты уже владеешь год своей тачкой. Плюсы какие-нибудь есть? Минусы? Вообще минусов нет. Минусов нет, да? Ну вот, друзья, смотрите, человек год отъездил, никаких минусов. Только плюсы. Такая же комплектация, как и у меня. А как цвет называется, Макс? Кориандр. Кориандр? Да. Красивый цвет такой. У тебя прям жестко стоит, а здесь смотри, пальцем проминается. Да, она изнутри бампер снимали, ставили, скорее всего. А у меня вот странно вставляешь, ничего не снимаешь. Просто берешь и вставляешь. А, отсюда? Да. А чем там ты ее за... Шлюпки такие есть. А, это специально продаются? Да. Ну вот эти вот по отдельности, да, или она полностью комплектом продается? Два комплекта наверх на низ. А где ты покупал? Ой. Сейчас поди в Рязань купишь. А когда я покупал, только вышел такая машина, я в Тольятти заказывал. А, не, смотри, как у тебя классно. А у меня там на колхозе ли этот АвтоВАЗ. Смотрите, друзья, как сеточка смотрится. Сейчас покажу, как здесь. Вот видите как. Телеканал это как? Россия? Россия. И радио. Нет, там телевидение и радио. Нет. Вот, вот это вот снизу. Видишь, весь порог-то чистый остается. Они сзади. А ты где их попал? В Рязани, на рынке. Эко-кожа, как у меня. Нормально, да. Ну, чистый порог вообще супер. А накладки эти тоже купил? Да. А там уже прокопали дренаж, да? Где? Вот дренаж прокопали там что-то или что там? Знаете, что там не купили? Вон, смотри, там глина. Это не землю, вот отсюда направляли. Все, поехали дальше. Вот так, друзья, строительство идет здесь забора. Останавливается деятельность. Еду в Белый дом. Сейчас везу шашлык. Саньку скажу, будет жарить. Привет. Как дела? Че такой грязный? Машину мыл? Привет вам. Че, моешь? Рома уже резину обул. Видите, Нордман 4. Гниется. Пошла и здесь, и все. Шашлык забираю. Вот здесь вот мясо. Матери скажи, пусть в холодильник поставит свиное. Свежее. Да я сейчас пойду на мойку. А кто делал? Ты? Кого? Шашлык делал. Блюдо делал. Здорово, Юф. У меня надо тоже промовилить. Кого мовили? Ну хотя бы чтобы на ржавчину, чтобы не так ржавело. Ром, если гангрена пошла, где? Туда надо было мовили, чтобы вода не попадала. Зимой будет попадать. Да это, ну это да, бампер где прикручивается. Она между ними же трется. Трется. Все надо мовилить. Хватит натирать, Ром, и так до дыр протер. Смотри уже, какие дырки. А что тебе так чехлы слезли? Ну, да они такие были снова. А, это не эко-кожа, это херня. Сейчас поеду автомобиль помою. Потому что мовилил, кое-где запачкал мовилью. Затем приеду опять в Белый дом. У
Миша такая. Сигналка стоит. Автомобиль помыл, окна позапотели. Когда кондиционер включаешь, моментально отпотевают. Мовиль текла, еле отмыл пацан. 350 рублей мойка обошлась мне. Сейчас откупил хлеб. Еду к Саньку. Заказал ему, чтобы картошки сделал. Он же говорит, как-то картошка какими-то там треугольниками режет и приправу что-то добавляет. Купил куриную приправу. Сейчас посмотрим, что за картошка у него получается. А, еще резину купил. Везу ее там. Багажники. Багажник огромный, свободно влетели туда. Сейчас, наверное, пообедаю. Поеду сразу, поставлю резину. 1000 рублей будет стоить. Отбалансировать, все перекинуть. Тачка как новая стала, смотрите. Все уже позамазал, только помыл. Саняра! Ну что, где картошка? Да, снимай. Пока новая. Да, еле отмыли, Сань. Ну как сковородка? Смотрите, друзья, по новому рецепту Саня забабахал. Только не ложи мивину туда, Саня. Я чуть-чуть, не соленый. Я сейчас поем, поеду резину ставить зимнюю. Подсолишь что-то, Саня? Конечно, лучше подсолить, Саня. Что ты туда всегда... Ну, ты по своему вкусу не надо ее солить. Ты вечно пересаливаешь. Лучше уж не досолить, сами досолить. Спасибо, Саняра, что сжарил картошки. Еду еще на монтаж. Сейчас резину, наверное, поставлю. И все. И проблема отпадет. Резина Nordman 5, 14. Здесь бил шина заводская. Денис, а белшина, резина плоха? Ничего? Резина белшина, вот, которая стоит здесь. Ну, завод хороший, да, потом завод. Уже ржавый. Вот, фетровые подкрылочки. Уже мокрые. Говорили, влага не впитывает. Но это с мойки еще остались мокрые. Отверстие такое. Денис, видно. Уже грязь. Поставили колеса. Теперь надо прикатывать, чтобы шипы, как мне сказали, нужно прикатать, чтобы шипы, не знаю, что с ними становится, но, наверное, чтобы устоялись. Плавает на этой резине. Накачана двойка.
Ну чё, поздоровайся с друзьями. Чё, уже давно тебя не видели. Сколько, 2 года не видели тебя. Быстрее убегает. Это моя соседка, помните, друзья, я снимал? Когда в гости пригласишь? Ну ладно, пока.